Друзья, советую вам подписаться на канал Влада Ледовского. Он настоящий профи в своем деле, умеет много различных элементов, идеально держит передний бис. Так что если вы хотите учиться различным элементам, советую подписаться, ссылка в описании. Вот и нифига себе, блядь. Жесть. Всем привет, друзья! Начинаем новый видос, и с нами Рома и Влад, и сегодня у нас была дичь, вы можете посмотреть это в инстаграмчике, подписывайтесь на ребят, кстати, ссылки в описании будут, и сейчас начнется дикий контент, где на батутах. В общем, ребят, сегодня мы попробуем сделать какие-нибудь синхронные комбинации, после покидаем мини-челленджи друг другу, ну и обязательно что-нибудь новое попробуем, без этого никак. Так, Артур, что это у тебя за приблуда на колене, она вообще держит? У меня просто колено вылетает часто, на футболе 4 раза целых вылетало. Первый раз вообще, когда первый раз вылетело, это было в 9 классе. Я играл в футбол и ударил мячик через себя, короче, вот так. И у меня назад колено. Я думал, я сломал ногу, короче. Это дикая, просто адская боль была. Тренер подошел, короче, и мне сам вправил ее. Блин, маля. Я так орал. Ну, в общем, как я и сказал, мы начнем с легких синхронок. Ребят, смотрите, дальше будет круто. Че творят? Последний раз, когда я к Владу приезжал, я делал сальтуху, более-менее получилось пару раз. Сейчас посмотрим заново, тут есть яма. Братан, где группировка? Руки где? Чувак себе колено в обратную сторону вывернул. Я такой, ну, братан, скорую вызываем. Он такой, да не-не, я уже обратно вставил. И, короче, на одной ноге поковылял куда-то в сторону дома. Я такой, типа, окей, ладно. Ух, красавцы! Я капец деревянный, но сейчас попробуем переднее сальто сделать. Пошел! О! Посмотрите на этого тренера. Что этот тренер делает? О, боже мой. Он просто сбежал с лоснами. Посмотрите на эту собаку. И мах руками. О! И пошел! Здравствуйте! Почему сальто непросто? Момент очень маленький, то есть буквально секунда происходит, а моментов, которые нужно исполнить, скажем, 10. То есть руки там, группировка, раскрыть группировку. И все это за секунду происходит, поэтому нереально все успеть. Еще, когда я только начал здесь работать, пришла девчонка, вообще народу не было. То есть вообще беды ничего не предвещало. То есть я даже не думал, что такое может случиться. Она делала фляг назад. Сейчас я покажу, как этот элемент выглядит. У нее очень слабый мышечный корсет, руки тонкие, суставов вообще нет, походу, костей там тоже не было. И руки просто наизнанку вывернулись. И самое фиговое, что две руки одновременно. То есть, типа, как она теперь что будет делать, как она будет жить, я вообще фиг знает. Это очень люто было. Это страшная картина. Самое страшное, то, что я видел в своей жизни. С вами прямая трансляция из скайпарка. Тут один известный блогер утверждает, что он изобрел новую технику для изучения переднего сальта. Говорит, руки вообще не нужны, парни. Без рук, да? Эволюция акробатики. Вот она, вот она. Я обещал то, что этот парниша запрыгает в свои инстастори, но этот парень не так прост. Я вообще не уверен, сможет ли он вообще прыгать. Что? Я только отвернулся на секунду, он уже заднее сальто летит. Короче, прикол в том, что если бы я делал сальто где-нибудь на асфальте, я бы сломал себе шею, это нормально. Так, челлендж Владику. Спайдермен. Что ты делаешь? Я насмотрелся на Арчу Морриса, блядь, и забыл, как прыгать нахуй. Там без рук, брат, надо в голову уходить. Нормально, как Аладдин. А еще, короче, у нас постоянно какая-то дичь тут происходит, просто лютая дичь. Недавно пришел парень без руки, и протез оставил в гардеробе. Какие-то русские школьники забрали этот протез и швырнули в мусорное ведро. Короче, ребят, будьте адекватнее чуть-чуть, пожалуйста.
Ебой! Ну а следующий челлендж я посвящаю Роме. Ром, погнали, гейнер туда. Ром, ты сдаешься? Ты не будешь это делать? Это такая помойка, блин, я не могу. Ты сдаешься, да? Да, он может, там просто сыт. Чтоб все не думали, что Рома какой-то жесткий тип, он тоже боится. Ебой! Да-да, я не такая батутная крыса, как он. Следующее задание для Ромы. О, жестко. Крути! Это такая залетная была. А сейчас немного будет паркура на батутах, смотрите, это будет весело. Жги! Легко! Ух ты, нифига себе, блядь! Братан, техника ужасна, но ты как-то встаешь это дерьмо, я не понимаю. Красава. Воу, красавчик. Так как мы находимся на моей территории, поэтому Рома выполняет мои задания. Если вы хотите, чтобы я пришел к Роме на его территории и выполнял его задания, напишите в комментах об этом, и я приду к Роме и буду выполнять его задания. Эшкири гейн гейн гейн. Нихера себе. Пацаны, сегодня вообще просто лютейший контент. Если не будет просмотров, я не знаю, это бред. Вау! Просто, да, бомба, блин. Че, еще раз ногой в кольцо? Давай голову. Как здесь, что надо закидывать, мяч или вот это вот? Давай голову. Еее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 ee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 e
меня есть одна заготовленная штука, но я ее еще сам не очень хорошо делаю. Я сейчас попробую. Если я сделаю, хочу посмотреть, как Рома будет это выполнять. Ого! О-о-о! Просто сантиметр! Я думал, он там свои пальцы ног оставит. Что ты делаешь? Зачем? Легко! О-о-о! Хорош! Кто смотрел видос FitStar со мной, помните, я от стенки делал переднее сальто так под себя. Сейчас будем то же самое делать здесь на батутах и посмотрим, как Рома справится с этим заданием. Я сам не очень как-то справился, сейчас еще разочек сделаю. Я понял, хотел сделать эту тему и еще во что-то, а потом понял, что сейчас будет габелла моей задницы. Моя новелла в жопе моей габелла. Нормально. Давай в биток, братан! Ну, почти. Не-не, сделать, я же говорю, сделаю. Чаще. Оп, хорош. Усложняем, что сказать. Оп, и сразу же. Оп, хорош. Сейчас будет задание от Ромы под названием «Червь». Кодовое слово, слово «Червь». Давай, Рома. Итак, залетаем потихонечку на червя. Просто мусорное ведро, бля. Помойка. В общем, если Рома не особо это хорошо сделал, то большая вероятность того, что я вообще приду на свое лицо. Ты доски сломал, что ли? Ты че? Блин! Крути! Воу! Артур, 1 + 1, это сколько? 4, брат. Крутим 4. Нормально. Кто тут батутная крыса? Я! Короче, пацаны решили дичь какую-то замутить. Влад сейчас возьмет Рому в руки, и они сделают сальто. Точнее, Влад сделает. Блин, жопа будет. Давай, и раз,
А? Крутим. Давай! Ну я тебя за собой тянул, чтобы ты не отпускал. Че, минус челюсть? Это жестко было. Дичь. Готов? Владос, короче, неудачно приземлился вообще, смотрите. Жесть. Ай, чешуеть. Это жестко. Ничего страшного, всякое бывает. Короче, ребятки, вот такой вот контент получился. Если вам понравился, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на Влада и Рому. Ссылки в описании. На меня тоже подписывайтесь в инстаграмчике. Там будет офигенный просто контент с этими сальтухами, всякими неудачами. Как Влад разбивал себе лицо, там ноги вообще просто пипец. Подписывайтесь, круто будет. Спасибо за внимание. Вы сами все видели, это было жестко. Пока.